Компот любит все, но не каждый пробовал готовить его из ягод черники. А зря, ведь такой компотик получается очень вкусным. Кроме того, невероятно полезным и витаминным, замечательный напиток. Перед вами простой рецепт приготовления черничного компота. В стерилизованные банки выкладываем чернику, заливаем ее на минутку кипятком, затем сливаем жидкость и еще раз кипятим. Добавив сахар, заливаем кипящим сиропом ягоды и закатываем банки, даем компоту остыть, а затем храним его в холодильнике. Удачи! Досмотришь инвидо, и я предложу записать список ингредиентов. В стерилизованные банки засыпаем промытую и обсушенную чернику. Я использую литровые банки, наполняя их на треть ягодами. Кипятим воду и заливаем чернику. Через одну минуту сливаем жидкость обратно в кастрюлю, добавляем сахар и еще раз кипятим. Кипящим сиропом вновь заливаем чернику, закрываем крышками и закатываем их. Когда компот остынет, храните банки в холодильнике. Хорошего здоровья! Вкуснее тем, кто подпишется. А теперь ингредиенты. Черника 600 грамм, сахар 300 грамм, вода 2-5 литра, количество порций 7-8. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка – гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Попробуйте и приходите рассказать о впечатлениях. Пока-пока!